Привет, Миш. Чую, що ти готовий до спілкування з посмішкою на обличчі з інструментом. Адже саме сьогодні ми будемо спілкуватися і про саксофон, і про тебе особисто, і про твої доволі цікаві виступи на даху. Але про все це за декілька хвилин. Як твої справи? Розповідай. Да, все в порядке. Стараюсь уделять внимание саксофону, стараюсь уделять внимание семье. Мы часто гуляем. Сейчас дождь. Приехал после работы, весь мокрый. Спешил тебе на прямой эфир. Вот. И я думаю, что все получится. Музыкальный подарок для тебя готовлю. Вот. Так что давай послушаем. Да? Ну, по-перше, дякую тобі. Ну, а по-друге, це ж не лише для мене, це для всіх наших і глядачів, і в онлайн-форматі, і в форматі телебачення. Адже у четвер, 18.10, все, згідно з графіком, ми виходимо на телеканалі «Рудана». Олексій, ну давай, запалюй, роби речі, як то кажуть. Давай, чекаємо. Давай, попробуємо. Давай. Слышно нормально? Да, поехали. Така легендарна пісня, ну, щонайменш в твоєму виконанні, пролунала в нашому прямому ефірі. Дякую. Давай поаплодируємо друг другу! Всі ті, хто зараз нас дивляться, вони також аплодують. Класний початок, я дуже вдячний, що саме з такої позитивної композиції, адже за вікном дощить трошки, я в такі футболочці дуже яскраві. Я хотів би, щоб ми з тобою дуже гарно разом спілкувалися. Так, ну що, поїхали. Во-первых, Миш, спасибо большое, что пригласил. Мне очень нравится ваша программа. Я слежу за вашими выпусками. И вы классно все проводите, поднимаете настроение, открываете какие-то творческие такие начала в нашем городе. И это круто. Поэтому спасибо большое, что пригласил. Думаю, все получится. Так, тобі також, я оце не був готовий до цього, адже всі ті, хто до мене приходив в онлайн-форматі, вони не розпочинали випуск саме з таких слів. Мені дуже приємно те, що ви так про мене кажете. Давай про тебе, Олексій. Перше, твоє, можливо, з минулого, якесь, не знаю, враження, спогад якийсь, пов'язаний з музикою. Який він? Чого все розпочалося? Ну, я думаю, эта история будет долго, я постараюсь не сократить. Вообще, все у меня началось, как обычно, у большинства музыкантов, это музыкальная школа, вот. И, ну, сам выбор инструмента был довольно неординарный. Мы с мамой пошли вместе в музыкалку, я вижу эту картину, как и сейчас вижу. Это дежурная сидит такая бабушка, и рядом какой-то мужчина стоял, ремонтировал лампочку, вкручивал что-то там. И дежурная такая спрашивает: «Вы куда?» Мама говорит: «Нам либо баян, либо саксофон». И дежурная обращается к этому мужчине и говорит: «Александр Иванович, Александр, что такое? Это к вам». Поворачивается и говорит: «Ну, пойдемте». И мы спрашиваем: «Куда мы идем?» «На саксофон». И так 15 лет, наверное, плюс, может, даже больше, моя жизнь связана с этим инструментом. Вот, и я стараюсь как-то вот играю, нахожу какие-то новые грани,
подношу, может, подаю как-то этот инструмент совершенно по-другому, в современной обработке, в современных композициях. Я не могу не вспомнить о музыкальной школе номер 4. Там шикарный преподаватель в отделении духовых инструментов. Это Олег Иванович Калюжный. Кстати, у него был день рождения. Привет, Костя, привет. У него был день рождения, поэтому передаю мои поздравления. Здоровья всего только самого лучшего. Он является дирижером прекрасного оркестра на третьем имени Демина, где я проиграл очень много времени, познакомился с разными, с разнообразнейшими ребятами, музыкантами. Ну, в общем, в итоге все отсюда и вышло, все как-то вот так закрутилось, и дальше, как дальше, ивент-сфера, ну, сам понимаешь, там корпоративы, и все так. Зрозумів, шоу-біз тебе забрав до себе. А, до речі, ти знаєш, що з сином твого викладача ми разом займалися карате. Женя його звати. Женя Калюжний. Так, це було, не знаю, там, коли мені було 6-7 років, ми навіть дружили, а вже потім я також і пропонував Калюжному старшому, Олег, так його звати, до себе на диван з оркестром, але там щось не виходило, тож ти бачиш, як все поєднано. Ну, супер. Кстати, ты еще пел с ребятами, с которыми я играл вместе в коллективе. Это братья Петренко, Антон Петренко, группа City Style. Вот. Да, боже, так багато точок. Слухай, а твоє бажання чи не бажання, навпаки, те, що ти почав займатися музикою, в частності саксофоном, це було спонтанним рішенням? Чи в тебе в родині хтось був музикант? Чи є музикант? Как мама мне рассказывала, у нее в семье и папа, и мой дедушка, очень часто играл на баяне. У него такой был баян старый, какой-то потрепанный. И она, как сейчас рассказывает, говорит, так сейчас помню картину, когда там мама с папой поругались, вот, он такой выходит во двор, потому что раньше такие вот дворы были, старые дома, ну, это такое послевоенное время, это где-то там 50-й, 60-й год выходит, и чтобы бить, может быть, как-то этот вот запал, берет и играет на баяне. И очень круто подбирал мелодии, просто дед мой, да. И, видимо, оттуда, кстати, был белорусом. Так что белорусы все музыкальные такие, разговорчивые. И, видимо, оттуда все эти корни пошли. Вот. Поэтому в моей семье не было музыкантов. Больше электротехники, электромеханики, такие люди, которые связаны с производством. Так что, наверное, такие корни пошли. До творчості супер, клас, подобається з тобою спілкуватися. Мені дуже цікаво, а як ти обираєш музику для виконання? На що ти покладаєшся? На свій власний смак чи на якісь популярні тренди? Взагалі, як тільки я вийшов в івент-сферу, і свадьби були, юбілеї звали, почали тільки приглашати. Я заметил, что все саксофонисты, большинство, и слушатели, люди, гости на празднике воспринимают саксофон как такой академический джазовый инструмент, который должен играть только медленная композиция, любви, там, крестный отец, что там, долгая дорога в дюнах, знаешь, такое медленное для души, чтобы люди потанцевали. Вот. А я приходил, и мне это не сильно нравилось. Мне очень нравятся такие современные тренды, современная музыка, типа там Джастин Тимберлейк, там Джастин Бибера играть, нравится Чарли Патт. И когда ты играешь эти песни, гости на празднике так оборачиваются, думают, ничего себе, там, вот это, я думаю, там будет играть «История любви», а он там Чарли Патт играет. Но те мелодии, которые звучат на радио, я вообще ориентируюсь по последним трендам, смотрю, там М1 бывает, какие-то клипы, либо же на радио слышал композицию, думаю, надо сыграть. Да, круто, там, зашел в YouTube, посмотрел там, может быть, кавер какого-то саксофониста, себе что-то взял, смотрел на популярность этого ролика, это тоже играет роль, там столько просмотров, столько лайков. И вот так вот, наверное, так и строится моя стратегия подбора мелодий. Ну, слушай, ну це цікаво, адже ти одразу відповів на моє наступне запитання. Я хотів запитати, як
слухачі, люди, які присутні під час твоїх виступів, сприймають саксофон, а ти бачив, вже взяв і розповів. Адже в мене також мій досвід, да, я ж там дуже часто на івентах, також саксофон до зустрічі з тобою асоціювався виключно з композиціями, з тими, там ще Beatles якісь певні, ну знаєш, такі вони грали, мені також казали там про цю довгу дорогу в дюнах, постійно грали, але ти знаєш, коли ми з тобою там перше весілля зіграли, де в тебе був ще такий яскравий саксофон, який світиться, і я все, оце тема, оце буде прям супер-супер-супер гуд. Окей, давай повернемося до виступів і саме до площадок. Де найкраща локація на твій погляд? Де тобі зручніше виступати? Чи це дах, чи це театр, філармонія, чи це взагалі десь локація в ресторані? Тож розповідай. А, мені більше, взагалі мені дуже подобається грати на вулиці. Буває таке, що якщо ми йдемо в Львів, я беру обов'язково свій саксофон, щоб поіграти на улицах цього міста. Тим більше там є саксофоністи, з якими я теж грав. Я к ним підстраюся, ми вместе в жару на центральній вулиці Львова. Вот. Мені більше всього подобається грати на вулиці, тому що там розкривається істинний звук інструмента, без всякого ревера, без якогось еко-зала. То есть он звучит так, как есть. И даже именитые музыканты, я помню, слышал историю там, про то, как есть очень крутой саксофонист, он давно, он уже не с нами, но говорят, что он играл под мостом, чтобы услышать свой истинный звук, как звучит его инструмент. И у него была очень такая низкая подача, прям очень красиво играл. Вот. Я стараюсь играть даже если в ресторанах, то на улице, на летниках вообще не прокручиваю себя, потому что у меня громкие муштуки, и громко звучит инструмент. И это слышно, такой истинный саксофоновый звук именно формируется на улицах без всякой озвучки. Ну и, конечно же, это студия звукозаписи. Знаешь, так бывает, играешь, потом приезжаешь в студию звукозаписи, записываешь одну композицию, там, 5 часов, и ты не можешь сыграть нормально песни, потому что много-много всяких лаж звучит. На улице, да, это хорошо, но еще нужен опыт в студиях, еще нужен опыт в каких-то акустических залах тоже, ну, чтобы это было разнообразно и многогранно для музыканта, это очень важно. На крыше — это вообще отдельная тема. На крышу ты выходишь, на крышу первый звук даешь, там же у нас получается такой крыша, дом, потом идет дом прибегающий, буква «П» — дома. И ты даешь звук, и этот звук... Балакина 6. То, шановні, коли наступний концерт на даху? Слушай, ну после дождика, наверное, в четверг. Так что приходите. И ты даешь первый звук, это все так красиво отбивается от домов, и совершенно другая атмосфера, когда твои соседи выходят из балкона, кто-то с кофе выходит, кто-то с шампанским, кто-то просто выходит посмотреть, там ставит свечку рядом с собой и так кайфует. Вот. И ты ощущаешь себя совершенно по-другому. Когда ты берешь вот первый звук перед... Мне нравится ощущение, когда ты испытываешь такое небольшое волнение, даешь перед первым звуком. Район эпицентр, да, подскажите. Вот, даешь вот первую нотку, и сразу все пропадает, и получается такое удовольствие, кайф, ради которого все это ты делаешь. Ну и, конечно, чтобы взбодрить соседей, чтобы показать, что на карантине все-таки это не такая депрессия, можно так сказать, что максимум делом, если ты спортсмен, ты можешь качать пресс. Если ты там не доделал ремонт в кухне до карантина, ты можешь этим заниматься. Если ты музыкант, ты можешь играть на крыше. То есть я думаю, что сейчас очень много времени посвящать тем недоделанным делам, которые были до карантина, потому что у нас тогда было очень много работы, и сейчас просто сидишь, отдыхаешь, думаешь, ну чем же заняться еще? Ну, ти бачиш, хтось грає під мостом, хтось грає
Це я про тебе. На даху, і це дуже круто. Я бачив там сотні, не знаю, там коментів, репостів в соціальних мережах, саксофон на даху, навіть один плюс один телеканал знімав. Ну, це максимально круто. Дуже класно, що є фідбек. І я маю надію на те, що все більше і більше будуть у тебе і слухачів, і глядачів. Кстати, по поводу, извини, перебью. Кстати, по поводу фідбека, такая крутая тема, когда мы вышли первый раз играть на крыше, нас слушала девушка, соседка, она мыла в это время окна. И говорит, написала потом в Инстаграм или в Фейсбук, написала, ребята, когда вы выйдете еще раз на крышу, мне нужен такой балкон. Да, круто. Последний раз, когда мы играли, вышли люди, соседи, на крышу тоже повылазили. Все в повязках, все как полагается, санитайзерами. Вот. И слушали, кайфовали. То есть это очень крутой фидбэк, мне нравятся комментарии, просто такая мотивация идет, супер. Думаешь, что еще сыграть на крышу, что еще? Так что спасибо, ребят, спасибо большое за ваш фидбэк. Ну, я маю надію на те, що після нашого ефіру, а ти знаєш, що телеканал Рудана – це найкращий телеканал в світі. Ще буде більше чудових відгуків про твою творчість. Давай ще два питання, окей? І ще якусь композицію, адже нас, на жаль, так як ми будемо виходити на телеканалі, не дуже багато часу. А я нещодавно бачив чийсь допис в Фейсбуці з тобою на сцені нашого театру Шевченка під час джазу на Поштовно. Як це все відбувається? Ти граєш з оркестром, чи ти окремо граєш, вони під тебе, чи ви там джемуєте? Як це відбувається? Ти погоді, а де це було? Я чого-то не сильно... Нещодавно я бачив тебе джаз на Поштовій, в театрі Шевченка. Чи це минулорічний допис? Ні, не приймав участь в джаз на Поштовій. А що нещодавно було? Що це було? Это нет, это были ребята с музучилища, мы вместе джемили в Mad Brothers. Кстати, там тоже очень круто, что ребята Geek Band называется. У них своя тема, они развивают тему джаза. И в прошлый раз мы были, так мне посчастливилось, мне написала одна подруга, девушка, которая играет на саксофоне в этом же гиг-бенде, говорит, приходи поджемим в Mad Brothers. Мы такие, да, слушай, ну, давай попробуем. Мне просто интересна эта тема, я джазом стараюсь заниматься, но я понимаю, что это очень серьезная музыка, и чтобы играть эту музыку правильно, это нужно уделять времени, ну, не менее часов 5 занятий в день, каждый день заниматься этой музыкой. Вот. Но мы пришли, и тогда очень круто поджемили с их бендом, они хотели до карантина организовывать такие вот вечера джаза и приглашать просто гостей, слушателей, и своих друзей, для того, чтобы музыкантов, для того, чтобы принимать участие в джем-сейшнах, для того, чтобы слушать хорошую музыку, поэтому у них своя тема, это гиг-бэнд. А джаз на Поштовой — это тоже очень-очень крутая штука в нашем городе. Не так часто услышишь джаз до этого момента, когда появился джаз на Поштовой, и много-много людей слушают хорошую музыку тогда в театре Шевченко. Я, честно говоря, удивился, потому что был заполнен целый зал, то есть не было свободного места на джаз на Поштовой. И так подумал, слушай, ну круто, джаз возрождается в нашем... Потому что у нас, по сути, Кривой Рог — это столица джаза, считается. Многие музыканты из Кривого Рога сейчас в Киеве играют в бендах, и они выходцы именно музыкального училища Криворожского, где был Гебель. Я не сильно в этой теме, но я помню, что и мне рассказывали мои друзья с Львова, с музыкального училища, что очень-очень сильная школа в музыкальном училище была, бендов, инструментальной музыки, джазовой, инструменталистов, можно так сказать. Поэтому Кривой Рог считается столицей джаза. Да. Кривой Рог. One love, як то кажуть, forever. Останнє запитання. А чи є
тебе якийсь певний, твій особистий, можливо, він секретний спосіб, ну, можливо, ти з нами поділишся ним, як поринути в стан творчої продуктивності? Та й взагалі продуктивності в цілому, адже карантин, ти розумієш, ти розповів, є якийсь рецепт чи ні? Знаешь, карантин на самом деле это такая штука расслабляющая. И честно признаться, я готовился к этому прямому эфиру, а у меня была борода такая нормальная, знаешь, мужская борода была, как у тебя. Я побрился сегодня и после карантина обнаружил, что у меня второй подбородок вот здесь. Так, шановні, я не знаю, що прокоментувати. Ну, а як триматися до тонусу? Ну, во-первых, это нужно заставлять себя бегать, заниматься упражнениями, спортом и все такое. Алексей Жиронкин, в эфире, давай! Погнали! Від себе особисто, від нашого телеканалу. Дякую тобі за те, що знайшов можливість поспілкуватися та поділитися з нами своїм талантом.